сразу. Это надо 5 колясок. Это такой перерасход. Я многодетная мать! Я многодетная мать! Мне бы квартирку опять. И ей сразу 500 000 дадут. 500 еще квартирку дадут, придачку. На, говорит. Она, короче говоря, детей не кормят. Дети голодные, холодные, обосранные лежат. В колясках. Она, елки-палки, эти деньги пошла быстренько, бля, на бухальчик. Винт! Выпила и спокойно спит. Каждому ребенку по бутылке дала. Ну, водочки, водочки. Можно коньяку, конечно, вот так вот. На, говорит, соси, дорогой, соси. Она ням-ням-ням-ням-ням. Чи молоко, чи коньяк. Такая вот фигня была. Это я шучу. Ребенку, говорит, соси. А он коньяк вот этот вот, то есть она купит коньяка. Ну, для чего государство дает деньги? Чтобы воспитывать детей. Да, чтобы им это... Ну. А она, елки-палки, эти деньги вот на это, на бухлишко. Ну и детям тоже по 100 граммчиков. Наливай, они там потом спят, такой, чтоб не кричали, прости господи. Ну, так вот. А ты что думала? Вот. Один там вот такой манюсенький-манюсенький ребенок. Прямо тут вот лежит такой. Его потом донашивает. Тут эти лапочка моя. Бляха-муха. И прибила. Спокойно. Это детоубийство. Какое детоубийство? Это божье отродье. Бац и все. Понимай. Как он в этом другой стороне? Нарожают штук 50 детей. И бегают, тут тю-тю-тю-тю-тю, орут, кричат, ёб твою мать, прости, Господи, Иисусик. Да. А потом бегают. Мама, папа, папа, мама. Ту, блядский в рот, прости, Господи. Стыдно тебе, Серега, стыдно, нельзя так говорить. Они же дети. Я тоже ребенок. Я тоже пить хочу. Водку. Не, водка у меня есть, а я до сих пор не выпил. Я полоскаю рот всегда водкой. Ну, чтобы там не было этого, гадости всякой. Ой. Ребенок переросток. Да. А то говорят, на, нюхни. Занюхни, говорит. Пяткой. Пяткой, говорит. Пяткой. Понюхай пятку. Дам тебе десятку. Серега человек сложный. Серега человек простой. Ой. Прям простой, не могу. Прям вот аж плачу. Ой. Ой. Вы знаешь, Аня, что-то я хочу спечь такое. Курочка с грушей хочу спечь. Вот такое вот хочу. Вот такое хочу. А где бы мне взять? Ну, вот 800 грамм грудки, 200 грамм бекона, оливковое масло, 6 столовых ложек. Господи, это вообще чудесное блюдо будет. Простой или сложный в итоге. Сложный характер. Бабушка рядышком с дедушкой была. Наггетс не умеет делать. Ой, сейчас соседи прибегут. Что случилось? Что случилось? Я скажу, ничего. Просто в интернете. Под прикол.
Подпрыгнула.